Люська, путешественница. Люська. Ай. Шо ты? Классно? В туселях с Юшечкой. Солнышко светит. Сегодня вообще, друзья, погода. С нами, кажется, ну, плюс 16 точно есть. А может быть, даже и плюс 18. А мы сделаем прогулочку. Да, Люсь? По красивому парку. Покажем вам все наши красивые полянки. Все наши фишки. Пискрышки, да? Такой красивый парк. Даже осенью. Жираф зачем нам, скажи, на бабушкин дворик? Ой, как она на жирафа смотрит. Люсь. Бабочки летают. У нее такое лицо. Тепленько. Ой. Кричат там. Кто это? Попугаи так кричат. О, я знаю, где интересно, возле кафе там такие листья классные. А вот здесь, возле восточной. Поворачивайте. Там сейчас клен. Опал. И какое солнце. Какая зелень. И Люська такая. Какие голубые ели. Люся, смотри. Ой, какие листья. Давай попой на львов. Но сходи вон, пусть она там, львы теплые, попой посидит. А то уже давно не сидела на статуях. Посмотри, какие красивые листья, Люська. Нет директора, да? Чай попить с ним, как раньше. Но мне так нравится ее фейс. Что? Люсь, а что у тебя там прилипло сбоку? М? Где ты уже, что ты уже вывозилась? Так и живем. Вот так и живем. Люсь, посмотри, какие листья. На, смотри. Люсь, на. Листочек. На. Красота. Ну. Ну, хоть зубами улетел листочек. Что, нет? Будем кататься? Ой, как хорошо по такой погоде. Красота, Люська, да? Ну, поехали, поездим. Посмотрим, где у нас. О, тут еноты, Люсь, да? Смотрит так внимательно на вольер. Еноты. Вот это да. Ну, лицо сосредоточенное. Люся, а тут тигр. А тигры ее не видят. Она с тобой слилась.
Называется «Люськино большое путешествие по Тайгану». О, я тут. Все тигрята. Угу. Люська, смотри, тигры. Вот это да. Вау, как говорят тигры. Вау, у него глаза по 5 копеек, Люська, и то понимает, что тигры вещь такая, да? Что к ним не нужно руки садить. Ты бы видел ее лицо. Ай, тут тигренок достает папу. Это их уже точно скоро отца. Уже вот все. И уже и доску там скинули. Да? Люсико. Еще один тигр. То есть. Смотри, а тут амурский какой. Смотри, какой хищник. Интересно, как они на них смотрят. Что там, Люсь? Что там? Мне кажется, она вот этой пимпочкой на шапочке, понимаешь, руководит тобой. Так, скажи, поехали. От хищников, да? Же обезьяна, он и то понимает. А где у нас тут пума разговаривающая? Это мне так нравится. Это попа с хвостом. Я тут. Не переживай. А, у них обед. У пумы. А. Люська, крякалка. Поедем. О, здесь же почти уже доделали. А давай пусть здесь полазит. Вот тут пусть полазит, если захочет. Наши волки. Ага.